Извините, хочу задать серьезный вопрос, разбавить ваш трэш. Меня зовут Екатерина, я астролог-таролог, и я хотела бы задать вопрос Селимхану Юсупову. Селимхан, вы 19 февраля родились в Водолее по знаку зодиака. Дело в том, что день боя для вас самый неблагоприятный день в жизни. Как вы собираетесь бороться с геомагнитными бурями в октагоне? И карта дня у вас башня. Вы не боитесь, что вам ее снесут? Или вам уже ее снесли? Это лучшие вопросы зала за всю историю конференции «Хардкор». Самый неординарный уж точно. Мне кажется, не картам решать, как пройдет бой. Ну пусть Зелимхан ответит. Короче, я отвечу на этот вопрос после боя. Все планеты, брат, все звезды планеты вам не помогут. Тебя. Марс, Юпитер, ну, звезды. Не рассчитывайте. Боя, после боя обязательно отвечу на этот вопрос и поправлю тебя конкретно. Девушка, я думаю, это будет первое в истории человечества сабмишн ретроградному Меркурию.